Я понятно объясняю? Вот это вот сейчас, то, что мы начали строить вертикали, это был очень необходимый момент в жизни Орифлейма. До тех пор, пока Орифлейм не нашел инструмента для борьбы с переподписаниями. Он был очень необходимый элемент. Но вы поймите, если люди не будут обучены, если они не будут зарабатывать, они будут легкой добычей для других компаний. Он уже 15%, он уже 18%, а заработков-то нету. Это не бизнес. Это не бизнес. Это бизнес, знаете, просто сезонность. Просто вот наступило лето, все посыпалось. Мы сейчас просто со Снежанкой ездили в Таиланд. Не Таиланд, это Индонезия. Там они строят как раз вот вертикалями, да? Они столкнулись с очень страшной вещью. Они превратили этот бизнес не в бизнес продукции, а в бизнес премий. Они получили премию за директора, за старшего директора, за золотого директора, за старшего золотого, за бриллиантового, за сапфирового. А потом уже 6 веток уже не удержишь одной рукой. За бороду и за коленку одной рукой не удержишься. Я понятно объясняю, да? 6 групп уже вместо всех работать не сможешь. И как только начинает плясать вот это все, они говорят, все, мы здесь уже все премии собрали, надо уходить в другую компанию. Вы понимаете, как это? Страшно. Почему? Да потому что вот эта вот методика без поддержки. Вот сейчас Орифлейм очень много делает для того, чтобы облегчить работу. Он очень много делает для того, чтобы поддержать нас. Они говорят, ребята, мы готовы, вот что угодно готовы делать. Делайте свои предложения. Мы открыты для изменений. Сталкивались с такой позицией? Да. Орифлейм каждый раз говорит, делайте свои предложения. Как вы видите, мы можем улучшить этот бизнес. Мы открыты для изменений. Вы знаете, много таких компаний, которые были бы открыты для изменений? И они сделали, помните, как это, приглашающий спонсор. На самом деле мы можем сейчас оценить, кто работает. Мы можем сейчас просто уже анализировать свою распечатку, не просто их взрывать друг по другу, а на самом деле анализировать, кто работает, находить этих людей и работать с ними точечно. Рассказываем про смысл этого бизнеса, рассказываем про большие заработки. Потому что есть еще четвертый способ работы в этом бизнесе. Спонсор. Это человек, который приглашает в этот бизнес людей и обучает их. И обучает их. Чему? Тому же самому, что умеет сам. Приглашает в этот бизнес людей. И обучает их. И обучает их. Чему? Тому, что умеет сам. Приглашает в этот бизнес людей. И обучает их чему? Обучает учить. Обучает обучать. Я. Ты просто посиди, посмотри раз, посмотри два, посмотри три. Попробуй ты. Не волнуйся, я здесь рядом с скобочками сижу, стараюсь молчать. Потому что очень тяжело молчать, когда про тебя блины пекут. Потому что когда человек делает что-то первый раз, это целая песня, зубы спотыкаются и заплетаются, про что-то 5 раз одно и то же расскажешь, про что вообще забудет рассказать. Но когда опять же человек делает уже второй раз, уже легче. На 10-й зубов отскакивать, на 1000-й свободное владение материалов, происходит обучение людей. Обучение не в теории, я сейчас тебе расскажу, как это бизнес делается, обучение в бою. Я тебе не буду рассказывать, как это бизнес делается. Давай твоих людей, прямо на них тебе покажу, что ты должен делать. Это я им создаю ихние 5% и ихние 2%. Это я им создаю ихние 5% и ихние 2%. Это я им создаю ихние 5% и ихние 2%. Я работаю на их зарплату. Но с самого начала я говорю, что, ребята, я не буду работать вместо вас всю жизнь. Воспользуйтесь тем моментом, когда у меня есть желание и возможность работать с вами. Поймите одно, если вам дали образование, это не значит, что вы его получили. На самом деле, тех людей надо нацелить на то, чтобы они
их работа. Это их команда будет, это будет их зарплата, это будет... Это они будут в банк ходить. И с самого начала надо прививать самостоятельность, и с самого начала надо готовить к самостоятельной работе. И с самого начала, вот меня спрашивают, Володя, а можно работать? С каким с количеством лидеров можно работать? Я говорю, с любым, если они самостоятельные. Как сделать лидера самостоятельным? Надо ему научиться доверять. Надо научиться доверять. Самое сложное в этом мире – это доверять другим людям. Потому что, вы знаете, ну, они, самое главное, новички, они вообще, они такие люди вообще интересные. Они готовы что угодно сделать, и люди с ними не работают, понимаете? Они даже готовы вас признать звездой. Владимир, ну у тебя же лучше получится. Если я сейчас выйду, говорит, мы людей потеряем. Причем это очень похоже на правду. Но если я им поверю, то я не людей потеряю, я его потеряю. Понимаете? И смотрите, когда я работаю вот с этим человеком, я каждый раз вот эти встречи провожу для него. Моя задача, чтобы вот этот человек научился это делать так же, как сделал бы я сам. Подготовить свой дублицирование. Когда я поехал в Казахстан, мы там поработали в общей сложности 4 месяца, но мы там готовили свою копию. Я могу в эту сторону вообще не смотреть, потому что там работает моя копия. Она все сделает так же, как сделал бы я сам. Когда мы поехали в Новосибирск, мы там подготовили свою копию. Валентина Копян, понимаете? Мне в эту сторону больше смотреть не надо, там работает так, она все делает так же, как сделал бы я сам. Вот мы с Томилой в свое время выдвинули такой тезис. Мы работаем для того, чтобы не работать. Не для того, чтобы бездельничать, а для того, чтобы не работать больше с этим человеком. Один раз хорошо сделанную работу переделывать не надо. Если вот эта работа была сделана хорошо, то, по большому счету, я этому человеку уже больше не нужен. Я что, для его людей должен рассказывать, в чем смысл этого бизнеса, откуда деньги берутся, что надо делать, кто обязан помогать, и чтобы это результат проделанной работы? Подготавливать людей к самостоятельной работе. Умножаться количеством обученных лидеров. Научили 5 человек этому бизнесу. Бизнес делается уже вшестером. Научили 10 человек этому бизнесу. Ваш бизнес уже делают 11 в 11. Слышали анекдот, нет? Лукашенко спрашивает, с какими языками владеете? Он говорит, петермию. Перечислите, пожалуйста, он русский устный, русский письменный. Белорусский устный, белорусский письменный. И говорит, английский. Вы скажи что-нибудь по-английски. Он говорит, хондехох. Он говорит, ну это же немецкий. А, ну то опишите, семерию. Вы научили 200 человек этому бизнесу. 200 человек одновременно делают ваш бизнес, даже когда вы спите. Сколько нужно времени, чтобы передать свои знания и умения другому человеку? Месяц, два, три, я готов. Месяц, два, три, я готов. Потом выпускаю его на самостоятельную работу и начинаю работать с другими. Ребята, когда я сказал, что я с Томилой придумали такой тезис, мы работаем для того, чтобы не работать, не для того, чтобы бездельничать. Человек не создан для безделья. Ребенок спит, чтобы играть с новыми силами. Потому что на самом деле, этот мир очень интересный. Здесь нет границ. Дерево не растет от сих до сих, оно каждый раз растет по максимуму. Трава не растет от сих от сих, оно просто каждый раз растет по максимуму. Человек не должен себе искать границы. Владимир, сколько книг надо прочитать? Владимир, сколько семинаров надо посетить? Почему ты сам себе ищешь ограничения? Не ищи ограничения. А сколько ты можешь книг прочитать? А сколько ты можешь встреч с людьми провести? А сколько ты можешь семинаров посетить? А сколько ты можешь денег заработать? Сколько работы ты можешь проделать? А сколько ты можешь? По максимуму. Каждый раз по максимуму. Понимаете, вот когда я строю свой бизнес на зарабатывающих людях, да, на первых шагах это я им создаю ихние заработки.
Их не 5%, их не 2%. Это я им создаю их заработки, их не 5%, их не 2%. Это я им создаю их заработки, 5%, 2%. Но пока я им создаю, они сидят рядом и учатся, сидят рядом и учатся, сидят рядом и учатся. Сколько раз надо прослушать информацию, чтобы научиться ее повторять? Сколько времени надо потратить на то, чтобы передать человеку свои знания, свой опыт, свои умения? Я готов. Я работаю не бесцельно, я работаю прицельно, я работаю точечно. Думайте глобально, работайте локально. Вот смотрите, когда я строю такой бизнес, зарабатывающих людей, я строю свой бизнес навсегда. В каком смысле? Вот этому человеку, чтобы получать свои 2-3 тысячи долларов, 2-3 тысячи, нужно делать лично активно 200 баллов. Уйдет он из этого бизнеса, даже если он устал. Вы понимаете, о чем речь идет? Если ему просто по маркетингу, просто по его команде надо получать 2-3 тысячи долларов каждый месяц, то для этого надо делать 200 баллов. Уйдет он из этого бизнеса, даже если он устал. Если вы строите свой бизнес на зарабатывающих людях, вы строите свой бизнес навсегда. Почему? Потому что это уже их бизнес становится, он уже их кормит. Помните квадрант денежного потока, да? Киосаки. Первый квадрат – работа на себя, работа на дядю. Второй – работа на себя. Третий – бизнес-система. 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 Как проверить, бизнес-система это или нет? Один вопрос всего. Если вы уехали на полгода, без вас все развалилось или продолжает функционировать? Если вот этих людей научили этот бизнес делать, если одновременно 200 человек делают ваш бизнес, на сколько вы можете уехать? На моря. На 6 месяцев можете уехать? Да. Почему? Потому что остались люди, которых вы научили, которые работают, которых это их бизнес стал, он их кормит. Можете уехать на год? Можете уехать на полтора? Да, если вы хорошо их научили. Если вы, на самом деле, научили их работать самостоятельно, как это сделать? Доверять им, дать им ошибаться. У меня одна женщина спросила, Владимир, как в этом бизнесе не делать ошибок? Я говорю, делая ошибки, ты научишься не делать ошибок. Самое лучшее обучение – это оно смоктейбл. Лучше всего доходит. Понимаете? Почему, знаете, вот на самом деле, вот я просто даже по себе могу сказать, что вот, ну, как мы отрабатывали методику работы с людьми, выращивали людей самостоятельно. Приехали в Казахстан, 2 месяца поработали, все понятно, все понятно. Вопросы есть, вопросов нет. Взяли, уехали в Новосибирск. Они поработали месяц сами. Мы вернулись, ничего не понятно. Я говорю, что непонятно? Они говорят, вот это. Я говорю, вам это все объяснял. Давайте еще раз проведу. И я провожу встречи опять те же самые. Те же самые вопросы, те же самые темы. Но ложится на другие дрожжи. На то, что они уже сами попробовали. Сами набили свои шишки. Понимаете, о чем я сегодня? Они совсем по-другому все это услышали. Она говорит, так это же совсем другое дело. Я говорю, я то же самое рассказывал. Нет, ты сейчас рассказываешь по-другому. Вот почему иногда бывает так, что вы им рассказываете, они все слышат, а потом приезжает, например, Эдуард Васильев, рассказывает то же самое, они говорят, о, наконец-то мы все поняли. Не сталкивались с такими ситуациями? Просто вы им рассказываете, объясняете, а потом приходит ваш спонсор, или там вообще просто какая-то параллельная ветка, начинает рассказывать то же самое. И я тебе говорю, вот теперь мы все поняли, почему там так раньше не рассказывал? Вообще вот это вот испорченный телефон, это очень интересная вещь. Мы обычно проводим такой эксперимент. Хотите, я вам сейчас проведу эксперимент, да? Давайте, мне нужно 7 человек, которые не знают, о чем идет речь. Если вы будете, кто-то выйдет, кто знает, это будет сразу видно. 7 человек сюда, СССР, быстро. Быстро, 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 быстро. Время, 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 время. Время, время, время. Цигель, цигель, аллилю. 7 человек. 7, 1, 2, 3, 5. Так, все, стоп. Стоп, мне нужно 7 человек всего. Так, а вот теперь представьте себе, что говорят ваши консультанты в 7-м поколении.
Вам понятно, почему должны быть общие встречи? Почему люди должны слышать информацию из первоисточника? Потому что, когда люди что-то вы им рассказываете, они что не понимают, это сказки этого детского леса. Если вы хотите узнать, что они поняли, попросите, чтобы они вам рассказали то, что они поняли. Они вам такого расскажут. А когда вы их начнете спрашивать, где ты это взял, он говорит, ты только сейчас рассказывал. Наглядно показал? Наглядно показал, да? Причем, вы знаете, вот этот эксперимент я провожу очень много лет уже, много в разных залах, с разной подготовкой. И, знаете, еще ни разу информация не повторилась. Потому что кто-то уже белье стирает, кто-то уже машину ведет, Мерседес, кто-то шарики запускает, кто-то говорит, ну так, знаете, ну, по этому еврейскому анекдоту. Все в руках не моль Бога. К чему это рассказал? К чему это показал? Для того, чтобы показать, что как передается информация, как она искажается. И причем, вы знаете, вот, самое паршивое другое. Хорошо, когда вот новички, да? Ну, бывает так, что в середине, видели, мужчина был в середине, да? Он достоверно передал. То, что ему передали, он один в один передал. Если стоит здесь бриллиантовый директор или сапфировый директор, он один в один передает. Самое смешное, когда он передает чушь. Один в один передает чушь. Значит, какой вывод можно сделать для вас? Что на самом деле то, что вы говорите, то, что понимают люди, это две большие разницы. Если вы запустили свою организацию и не проводите с ней общих встреч, если не проводите общих тренингов, не проводите вебинаров, если они не слышат из первоисточника информацию, что они додумывают, один Бог знает. Я понятно объясняю? Поэтому нужно управлять своей организацией, потому что вы поймите одно, или вы будете управлять вашей организацией, или это будут делать другие. Я понятно объясняю? Если вы свой бизнес строите на зарабатывающих людях, то вы строите свой бизнес навсегда. Вы знаете, это все Oriflame. Это можно привязать к Oriflame. Это можно привязать к любой сетевой компании, это сетевое, это просто правило сетевого маркетинга. Но смотрите, какая интересная вещь. Клиент. Самая легкая работа в этом бизнесе. Ну и самые маленькие доходы. Продавец. Работа сложнее, но и заработок больше. Рекрутер. Работа еще сложнее. Надо не только открыть каталог, надо еще научиться с людьми разговаривать. Работа сложнее, но и заработок больше. То, что работа как бы в корзину, то, что работа... Знаете, вот мне очень нравится пример такой, что когда говорят карьерная лестница, то рисуют вот так вот ступеньки, да? Карьерная лестница. На самом деле, в сетевом маркетинге карьерная лестница – это не лестница, это эскалатор, который движется вниз. Понимаете, о чем речь идет, да? Эскалатор, который движется вниз, а вы пытаетесь забраться наверх. Надо двигаться вверх быстрее, чем эскалатор движется вниз. Я понятно объясняю? Или нарисовать? Рекрутирование, спонсирование, спонсор, рекрутер, спонсор. Спонсор – это самая сложная работа в этом бизнесе, но и денег здесь больше всех. Это самая сложная работа, потому что надо научиться не только каталог открыть, не только рот открыть, не только с людьми научиться разговаривать, надо научиться их обучать. Обучать – учить. Учить учителей, тренировать тренирующих тренеров. Чем сильнее лидер в вашей организации, чем они обученнее, тем мощнее ваш бизнес. Как Тамила говорила, я в этом бизнесе, что такое, берешь новичка, как птенца, выращиваешь из него орла и отпускаешь его на свободу. И чем сильнее орел, чем мощнее орел, тем больше мы им гордимся, тем больше нам приносят прибыли. Я грамотно излагаю? Выращивать мощных орлов, выращивать людей, которые сильнее вас. Генри Форд гордился тем, что он объединял вокруг себя людей сильнее себя. Мы с Тамилой каждый раз говорили, ребята, обгоните нас. Знаете, просто вот в сетевом маркетинге бывает такое самое мнение, что как бы наши консультанты не должны нас обгонять. Я говорю, почему? А они меня перестанут считать своим спонсором. Я говорю, ни хрена себе.
Я говорю, давайте разберем такой случай. Предположим, я бриллиантовый директор, но все 6 моих директоров исполнительные. Пусть кто-нибудь из них мне скажет, что я для него плохой спонсор. Потому что я тут же верну. Ты исполнительный директор, сколько у тебя золотых? Да, у меня всего 6 ножек, но у меня все исполнительные. Сергей Рачковский. Сколько исполнительных директоров в его организации, и как они его любят. И как они его любят. Потому что от него пользу получают. От него ответы получают на свои вопросы. Он бриллиантовый. А сколько у него исполнительных организаций? Оль, ты не пробовала считать, сколько у него исполнительных? Не считала, да? Много. Много. Ты любишь Сергея Рачковского? От него есть польза? А за что ты его любишь? За что ты его любишь? За что Сергея Рачковского можно любить? За то, что он нас так любит, и он научил нас этому бизнесу. Понимаете, я его тоже очень люблю. Я у него сам очень многому научился. Вот у нас спрашивают, а вы где учились? Я говорю, у вас. Больше всего мы научились у новичков. Знаете почему? Потому что только они могут так сформулировать вопрос, что ни один специалист нарочно не придумает. И пока ты думаешь, как ему отвечать, для себя что-то понимаешь. Это бизнес такой, понимаете? Это бизнес самосовершенствования, это бизнес самообучения. Это бизнес, когда люди задают тебе вопросы, а ты вынужден искать ответы. И ты начинаешь читать книжки, ты начинаешь ходить на семинары, ты растешь. И это процесс непрерывный, и это процесс не ограничены ничем. Я понятно объясняю? Строить свой бизнес на зарабатывающих людях. Строить свой бизнес на золотых, на сапфировых, на бриллиантовых, на исполнительных директорах. На исполнительных директорах это бизнес навсегда. У меня просто есть директора, которые перестали работать в 2000 году. Но они столько людей привлекли, они так их научили, что они уже без них работают. И у этих директоров, которые я сказал, до сих пор очень хорошая зарплата. Причем, знаете, вот есть вышестоящие директора, а есть вышележащие. Один директор такой вот, вышележащий, он сказал, говорит, а почему вы, говорит, на своем конгрессе не предусмотрели спальных мест? Я бы пришла бы, легла бы и вот участвовала бы в этом самом вышележащем. Но, понимаете, ему огромное спасибо, этому директору, за то, что он в свое время поработал, научил людей, которые могут работать самостоятельно, которые стали сильными, которые стали гордыми. Вы знаете, вот больше всего не люблю, когда в этом бизнесе меня просят дать волшебного пендаля. Терпеть не могу, когда меня просят дать волшебного пендаля. Почему? Да потому что я хочу свою организацию вырастить сильной, гордой, независимой. Мощно! Это настолько надо себя не уважать, чтобы просить пендаля. Я понятно объясняю? С высоко гор поднятой головой. С высоко поднятой головой. С чувством собственного достоинства. Идете к людям. С чувством собственного достоинства делаете результаты. С чувством собственного достоинства строите свое будущее. Будущее своих детей. Просто с чувством собственного достоинства. С высоко поднятой головой. Гордясь за свою фирму и понимая, что лучше, чем компания «Reflame» нету. Нету. И сегодняшней в России. И это не просто слова. Я на самом деле, я верю в это. Я на самом деле верю. У меня один человек говорит, вот, Володя, как я могу работать, то не так. Я говорю, ты знаешь, я в этой ситуации объясняю людям, вот, не надо мне объяснять, как надо объяснять, я кому хочешь объясню, как надо. Ну как я могу работать? Я говорю, знаешь что, вот в чем между нами разница? Ты так объясняешь, а я так думаю. Я на самом деле думаю, что компания «Reflame» самая лучшая в мире. Я так думаю, что она на самом деле огромные перспективы. Здесь еще даже конь не валялся, еще вообще даже не начинался бизнес. Я вам сейчас могу это показать, хотите? Да. Даже не начинался еще бизнес. Потому что мы с вами просто ученики. А все сетевые компании, которые работают на российском рынке, это просто кузница кадров для «Reflame». Они там учатся смыслу этого бизнеса, чтобы потом прийти в «Reflame» и начать зарабатывать. Почему?
Потому что это единственная компания, ну одна из единственных, которая работает с продукцией естественного потребления. Есть очень много компаний, которые работают с продукцией искусственного созданного потребления. Тебе нужны эти таблетки? Да не нужны. Тебе нужны эти таблетки? Да не нужны. Тебе нужны, ты просто пока еще не знаешь, что они нужны. А мы работаем туши, помады, пудра, румяна, шампунь, уход за ногами, руками, телом, лицом, волосами. То, что придумано для нормально цивилизованных людей, то, чем люди по жизни пользуются. Причем настолько понятная продукция, настолько нужная, настолько полезная, настолько просто востребованная, что мы на самом деле имеем право, имеем возможность сосредоточиться на смысле этого бизнеса, работе с людьми. Не надо объяснять, что такое Формула-1, Формула-2, Формула-3. Мы на самом деле имеем возможность работать в прям в естественном смысле этого бизнеса, работать с людьми. Создавать в фирме любые товарообороты просто количеством людей. Не просто количество людей, которые читают книжки, которые ходят на семинары, которые понимают смысл этого бизнеса, которые понимают вот эти все четыре пункта, которые знают вот этот вот испорченный телефон, которые оставили что-то интересное в жизни, которые что-то хотят, куда-то хотят. Вы много знаете компаний, которые возят своих консультантов, своих лидеров по миру. Назовите мне еще одну компанию, которая каждый год выводит своих лидеров в разные страны мира. Каждый раз в разные. Причем не какие-то дешевенькие, там, Турция. Понимаете? Куда мы в этом году едем сейчас, бриллиантовые директора? Бриллиантовые директора в Японию. А вы знаете, что Япония во время цветения сакуры — это самая дорогая страна в мире. Самые дорогие гостиницы, самые дорогие рестораны, самые дорогие... Самая дорогая страна в мире! Телефон нам это делает подарок! Я как-то раз Магнус спрашивал: Магнус, ну почему нас в Японию не везут? Там мы давно. Он говорит: никогда не поедем. Я говорю: почему? Да потому что мы вас зимой везем там, где тепло. То есть для бриллиантовых директоров нам нужны теплые страны, а для золотых это слишком дорогая страна. Придумали же ведь, как нас отвезти в Японию. Япония, ребята, это другой конец света вообще. Если посмотреть на земной шар, на противоположной стране. Япония – это страна-сказка. Япония – это страна-мечта. Япония – какого хрена вы еще не в Японии? Орифлейм такую возможность дает. Почему этими возможностями не пользуетесь? В следующем году какая страна будет бриллиантовая? Кто хочет в Австралию? Что, не все хотят в Австралию? Кто хочет в Австралию? А кто поедет в Австралию? Вот не надо ля-ля. Хорошо заниматься художественным свистом. А тут нужны реальные результаты. Нужна реальная работа. Здесь есть смысл поработать, чтобы потом на самом деле увидеть мир. Чтобы показать его детям. Потому что... Вы знаете, вот на самом деле золотой директор в Орифлейме — это просто, ну это как трехпроцентник. С этого все начинается. Уважение, зарплата, международные поездки. На самом деле это трехпроцентник. Потому что, когда вы становитесь бриллиантовым директором, вы уже едете два раза в год. Вы уже едете совсем в другом, в другие регионы. Куда золотые едут? Мадрид. А бриллиантовый? Токио. А следующий метод? Разницу чувствуете? Разница между Мадридом и Австралией. Австралия — это вообще другая планета. У них там, знаете, кузнечики прыгают. Большие кузнечики и прыгают далеко. Они, правда, не поют, как нас. Но это есть смысл посмотреть. Там очень много интересных вещей. Там те самые бумеранги. Знаете, что такое бумеранг? Я, говорит, устал. Я говорю: ты же не устал. Говорит: вот у меня бабушка устала, когда она бумеранги задумала выкинуть. Она их выбрасывает, они возвращаются. Вот она устала. А вы устали? Чего устали? Ничего не делать устали? Ребята, здесь есть за что поработать. Здесь есть за что поработать, чтобы потом жить по-человечески, чтобы потом своим детям нормально в глаза смотреть, чтобы дать им будущее, чтобы им мир показать. Дважды бриллиантовые уже едут втроем.
исполнительные едут четвером. У вас есть возможность всю семью вывести за границу, всей семье показать мир. Там зарплата другая. Обычно спрашивают, а где в Орифлейм деньги? Я хотите, я вам покажу, где деньги? Хотите, покажу? Не-не-не, из карманов доставать ничего не будем, перестаньте. Вот давайте просто рассмотрим вот такую ситуацию. Ну, мы все знаем теорию сетевого маркетинга. 1, 5, 25, 125, 625, да? Правильно? Ну, где пятерка, по-рифлеймски это шестерка. Да? Договорились? Значит, 1, 6, 36... Сколько там дальше? 216. Кто умеет дальше считать? Шестерками. Понимаете, почему шестерками? Да. Потому что это бриллиантовые директора. Вы знаете, вот все люди, почему-то вот эту вот организацию, вот эту вот 1-5-125-625, они рассматривают это консультантами. А вы не пробовали эту организацию рассмотреть директорами? А? Пробовали? Давайте тогда подсказывайте. 1296. Ну вы там определитесь, как между собой договоритесь. 1296. Итак. Так. А у нас с вами за 6 поколений платят бонусы, да? Давайте дальше считать. Так, дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. За 6 поколений нам платят. Сколько там будет? Итак, мы рассматриваем это построение директорами. То есть, имея 6 директоров, вы бриллиантовые. Каждый из вас, из них, имеет по 6 директоров, это тоже 6 бриллиантовых. И здесь мы просто рассматриваем ее бриллиантовыми директорами. Итак, средний товарооборот одной команды, 22%, давайте считать $10, 10 тысяч долларов. Ну, чтобы легче было считать. Причем, понимаете, ребята, я не случайно сказал 10 тысяч долларов. Я на самом деле хочу зарабатывать деньги. Я на самом деле хочу зарабатывать много денег. Я на самом деле хочу, чтобы мои группы были из 10 тысяч долларов и больше. Я понятно объясняю? Когда люди борются за то, чтобы меньше было баллов в группе, то, понимаете, получается очень интересная ситуация. Все директора и все без зарплаты. Я понятно объясняю? Та же самая компания Faberlic. Они настояли на том, что 10 тысяч долларов слишком много для директорского бонуса, для директорского этого объема. Они настояли, чтобы объем был 3300. Но они 22% получают от 3300. Я понятно объясняю? Да. Я хочу получать деньги от 10 тысяч долларов. Так легче считать. Давайте посмотрим. 6 групп по 10 тысяч долларов. Равняется 60 тысяч долларов умножить на 5%. Кто умеет быстро считать 5%? 3 тысячи долларов, да? Так, 36 умножить на 10 тысяч равняется... 360 тысяч долларов умножить на 2%. Со второго поколения нам 2% платят, да? Сколько будет? 7200. 216 групп по 10 тысяч долларов. Получается 2 миллиона 160 тысяч умножить на 0,5%. Казалось бы, на 0,5%. Давайте посмотрим, что получается. 10 с чем? 10 800 долларов. 1296 умножить на 10 тысяч, получается 12 960 000. Умножаем на 0,25. Кто умеет быстро умножать? 32 400.
Дома можете проверить. 7776 умножаем на 10 тысяч. Получаем 77 760 000. Умножаем на 0,125. Кто умеет быстро умножать? 97 200 долларов. 4,46 000 умножаем на 10. Равняется. Сколько? 466 560 000. Умножаем на 00625. Кто умеет быстро умножить? Сколько? Сколько? 291 000 долларов. Но пока вы доходите до исполнительного бонуса, все эти бонусы суммируются. Давайте вместе просуммируем. 3 и 7. Плюс 10. Плюс 32. Плюс 100. Грубо. Плюс 300. Сколько? 450 000 долларов в каталог. Кто хочет получать 450 000 долларов в каталог? Кто хочет каждый каталог получать по 460 000 долларов? Понятно, где деньги в Oriflame? В глубине. И чем глубже ваша организация, чем мощнее ваша организация, чем сильнее ваша организация, тем больше денег у вас. Я понятно показал это сейчас? Я это наглядно показал? Кто хочет получать 450 тысяч долларов в каталог? Что-то не все. А чего это? Не все. Страшно? Не знаете, куда тратить? Обращайтесь ко мне. В следующий раз. Давайте вот зарабатывайте, вот заработайте деньги. Причем самое интересное, что я сказал, это каталог. А у нас 17 каталогов. Да. Сейчас. Значит, кто пока умножаете, я сейчас пока разберусь. Сколько? 7650. 7650. Кто хочет стать декамиллиардером за один год? Потому что, обратите внимание, я сейчас рассматривал по минимуму. По минимуму. Потому что, на самом деле, когда я говорю про 10 тысяч баллов, это минимум, потому что у меня группа есть по 30 тысяч, по 20 тысяч, по 70 тысяч, по 40 тысяч. Одна группа. Так, что я там неправильно посчитал? Ну, то есть, тогда получается еще больше. Да. Ребята, я ошибся в меньшую сторону. На самом деле, подсказали, что тут еще в два раза больше все. Он просто считал уже. Там я просто посчитал по 6 групп, а он говорит, у меня там они уже исполнительный директор по 12 групп. То есть, я ошибся ровно в два раза. Правильно? Да. Ребята, извините, пожалуйста. Кто знает, что такое декамиллиардер? Ой, миллионер. Дека-миллионер. Кто такой? Дека – это 10. Дека-литр. Дециметр. Дека-миллионер. Ребята, это просто надо сделать, и все. Это просто надо сделать. Вы знаете, вот когда мы приехали в Китай, они там работали только на первом поколении. Потому что они там получали максимум. У них там даже не 20%, у них там 32% продажи. У них не 22%, у них 28% за группу. Они работали только на первое поколение. Вот. И мне позвонила просто Лена Кравченко, говорит, Владимир, ты можешь показать им смысл глубины? Я говорю, могу. Я ему эту таблицу рисовал. Китай взорвался на 300%. У них там звания посыпались, как это самое. Они начали работать на глубину, они начали работать по обучению людей, они начали работать по выращиванию людей. Потому что, на самом деле, что меня больше всего бесит, блин, когда мы строим вот эти вот новые онлайн-группы, человек уже становится сапфиром директором, он становится бриллиантом директором, но он по развитию остается 15%. Он не читал книг, он не умеет выступать, он не умеет
считать. Он не умеет, вообще не понимает этого бизнеса. Он уже бриллиантовый директор, но он никак не может догнать. Он по развитию еще 15%. Я понятно объясняю? Профессионалы. Профессионалы будут всегда побеждать. У меня просто как-то раз нам с Данилой приехали три банкира из Америки. Они хотели привести обучающие курсы по инвестированию. Они сказали так, что, ребята, понимаете, у вас в России очень много самородков. Люди, которые вот за счет самородства, за счет просто вот личных достоинств научились быть инвесторами, банкирами. Вот. А у нас, говорит, в Америке это настолько давно уже существует, что это превратилось в науку. И они хотели привести сюда курсы по инвестированию. Вот. И чтобы объяснять, почему ни один самородок не может соревноваться с профессионалом, они мне рассказали такой пример. Говорят, у нас в Америке большой банк. У нас большой банк. У нас 10 подразделений в каждом штате, в 10 штатах. Вот. И наш президент как-то раз собрал 10 директоров из разных 10 штатов и сказал, у меня есть предложение. Какое? Вы все на машинах, люди не бедные, сбрасываемся по 100 тысяч и устраиваем заезд. Победитель получает 1 000 000. Все кричат «Ура!». Он говорит, маленькое вводное, чтобы все были в одинаковых условиях, едем на соленые озера Невады и соревнуемся на машинах Формулы-1, на болидах Формулы-1. Все кричат «Ура!». Он говорит, маленькое вводное, с нами соревнуется Шумахер. И все так «О-о-о-о». Он говорит, есть у нас у дилетантов хоть малейший шанс выиграть у профессионала, у Шумахера. Не, маленький шанс есть. У него там мотор не заведется, колесо лопнет, мало ли, там еще что-то. Маленькое угодно, из 10 заездов. И обращается ко мне и говорит, Владимир, скажи, пожалуйста, могут ли когда-нибудь дилетанты соревноваться с профессионалами? Я понятно объясняю? Я всем понятно объясняю? Я доходчиво рассказываю разницу между профессионалом и дилетантом. Что такое высшее образование? Чем отличает человек с высшим образованием и человек со средним образованием? Человек с высшим образованием просто на 50 книг больше прочитал. Не верите? 5 лет обучения, 50 разделить на 5. 10. 2 семестра по 5 экзаменов. Человек прочитал 50 книг и получает высшее образование в любой области. Хочет инженером, хочет врачом, хочет ученым. 50 книг. Всего 50 книг отличает высшее образование от среднего образования. Если кто-то прочитал на 50 книг больше детективов, он получает высшее образование в области детективов. Если кто-то на 50 кроссвордов отгадал больше, чем другой, он получает высшее образование в области отгадывания кроссвордов. Если человек прочитал на 50 книг больше, чем другой по сетевому маркетингу, он получает высшее образование в области сетевого маркетинга. Потому что вы знаете гораздо больше, чем люди, которые книг не читали. Я понятно объясняю? Знания, знания и знания. Книги, семинары, тренинги, участие во всех мероприятиях компании, участие во всех мероприятиях спонсоров. Если вы на самом деле что-то хотите, если вы на самом деле хотите вверх, если вы хотите на вершину, если вы хотите на вершину, не останавливайтесь, не тормозите, блин. Живите по максимуму. Жизнь, она такая короткая. И она вся предназначена для нас. Тамил очень часто говорил, ребята, каждый раз, где бы вы ни находились, каждый раз вы находитесь в центре мира. Этот мир, поймите одно, этот мир создан для вас. Не верите? Вот топните ногой в эту, вот, там, где вы находитесь. Топните. Вот топните сильнее. Вот это центр мира. Не верите? Пойдите направо, пойдите налево, пойдете вперед, пойдите назад, все равно придете в эту же точку. Каждый раз, где бы вы ни находились, каждый раз вы находитесь в центре мира. Этот мир создан для вас. Надо просто научиться им пользоваться. Надо быть не тварью дрожащей, блин, а на самом деле брать свою жизнь в свои руки. Я грамотно объясняю. Как-то раз я ехал, летел в самолете.
Со мной рядом сидела чеченская девчонка. 18 лет. Разговорились. Она летела из Милана. Она училась на дизайнера. 18 лет в Милане на дизайнера, чеченка. На наших подъездах пиво пьют. Понимаете? Я просто с ней разговаривался. Она очень интересный человек оказалась. И вы знаете, когда мы с ней разговаривались, она говорит, вообще-то я хочу заниматься благотворительностью, потому что я считаю, что бедным людям надо помогать. Я говорю, мне их жалко. Я говорю, а мне их не жалко. Он говорит, как? Бедных людей надо жалеть. Им надо помогать. Я говорю, я сейчас тебе расскажу одну притчу, и ты сама поймешь смысл того, что я сказал. Как-то раз к одному очень хорошему художнику пришел новый русский, богатый человек. Он заказал ему картину. Художник спрашивает, какую картину? Он говорит, голубя. Какого голубя? Ну, вот такого. Он говорит, хорошо, это будет стоить 10 тысяч долларов, приходи через 2 месяца. Тот заплатил 10 тысяч долларов, 20 тысяч, неважно. Через 2 месяца приходит. Подходит художник и говорит, где моя картина? Он говорит, какая картина? Ну, голубь вот такой вот. А, голубь. Он достает мольберт, ставит на это самое, начинает его рисовать. За 20 минут он рисует этого голубя и говорит, вот твоя картина. Новый русский ни хрена не понял, говорит, слушай, ты козел. Я не понял. Ты взял у меня 10 тысяч долларов, сказал через 2 месяца, сам рисовал ее за 20 минут. Ты сколько ее рисовал? А художник на него посмотрел и сказал, я эту картину рисовал 20 минут, 2 месяца и всю свою предыдущую жизнь. Каждый человек на земле на сегодняшний день имеет то, что он заслуживает за свои последние 20 минут, за последние 2 месяца и за всю свою предыдущую жизнь. Каждый человек имеет то, что он заслуживает. И для того, чтобы изменить и приобрести новые заслуги, надо по-новому действовать следующие 20 минут. Я грамотно объясняю. Еще раз. Я эту картину рисовал 20 минут, 2 месяца и всю свою предыдущую жизнь. Каждый из нас, то, что на сегодняшний день имеет, это результаты того, что мы делали последние 20 минут, последние 2 месяца и всю свою предыдущую жизнь. И от кого зависит, что мы будем делать следующие 20 минут? Следующие 2 месяца и всю свою будущую жизнь? От кого это зависит? От мэра, от губернатора, от президента? Путин может быть виноват. От кого зависит стать бриллиантовым директором? От кого зависит стать исполнительным директором? От кого зависит? Вы много вещей знаете, которые в этом мире зависят от вас самих. Это такой бизнес с очень серьезной и надежной компанией, которая уже 50 лет на рынке, которая 20 с лишним лет в России, которая выполняет все, что обещает, у которой гигантские амбициозные планы стать компанией номер один в мире. Мне с такой компанией по дороге. С амбициозными руководителями, с амбициозными сотрудниками, с амбициозными лидерами. Я хочу работать с амбициозными лидерами. Я хочу работать с людьми, которые большие амбиции, которые о многом мечтают, которые на многое замахиваются, которые много делают, которые много добиваются. Я вас имею в виду. Тамила очень часто спрашивала, ребята, Тамила просто обращалась в зал и говорила, ребята, вы гордитесь? Нами, как своими спонсорами. Да. Люди говорили, да, мы гордимся. А Тамила отвечала, так дайте нам повод гордиться вами. Я понятно объясняю? Да. Я буду очень горд вашими результатами. Я буду гордиться вашими результатами больше, чем своими.
Если кто-то это сделал, значит, это возможно. Если это возможно, значит, это можно повторить. Обгоните нас! Обгоните! Я буду вами гордиться больше, чем сам собой буду гордиться. Я вас буду поднимать выше себя. Сделайте это. Не знаете, как это делать? Учитесь. Учитесь и учитесь, как говорил Владимир Владимирович. Знаете, мне, честно говоря, на самом деле хотелось дать вам очень много хотелось дать. Просто вот время, конечно, жалко всегда не хватает времени, потому что знаний очень-очень много. Откуда они берутся? Я что, такой от природы умный? Помните, как мама мне говорила? Вы думаете, я такой красивый от природы? Книги. Семинары, общение с успешными людьми, общение с новичками. Больше всего в мире дают новички. Больше всего в мире можно научиться у новичков. Как-то раз я ходил на тренинг Нарбек. Вот. Он одно время работал только с продвинутыми учениками. С новичками работали его ученики. Знаете, я пошел к Маргарите и говорит, папа, говорит, сам Разакарим вышел в зал. Я говорю, да ну, с новичками. Да, говорит, если хочешь, на сходи, на мой билет. Я сам сходил. Ребят, я за один день столько там получил. Потому что он рассказал, почему он вышел. Он говорит, у меня есть друг. Он имеет черный пояс по карате. Когда он узнал, что я работаю только с продвинутыми учениками, а с новичками работают мои ученики, он мне задал вопрос. Почему ты уходишь от схватки с самым сильным соперником, с новичком? Легко работать с людьми, которые тебя уже признали за учителя. А ты попробуй в поле, попробуй в бой, попробуй с теми людьми, которые тебя еще не признали за учителя, которые имеют хамство с тобой спорить, которые не признают тебя еще. Это абсолютно истина. Почему ты уходишь от схватки с самым сильным соперником? Ведь на самом деле получается очень интересная вещь. Иногда люди готовы обучать свою организацию до посинения, понимаете? Потому что не надо никого. Неудобно вопросы нарваться. Люди все записывают за вами, понимаете? Они все совсем согласны. Но самое интересное, есть люди, которые просто все свое время тратят на обучение уже построенной организации. Ну, знаете... Ведь наши новички, наши директора, они же тоже готовы чего угодно делать, даже не работать. Они готовы долго учиться, записывать. И сколько будете проводить встречи, они будут записывать. И поэтому, ребята, наша задача каждого человека, который работает вместе с нами, превращать в самостоятельного человека. Как это объяснить? Вы знаете такую пословицу, что если хочешь, чтобы было сделано все как надо, сделай это сам. Да? Так вот, это пословица бедных людей. Богатые люди ничего не делают сами, своими руками. Они все делают чужими руками. У них сантехник чистит, сантехник, водитель, машину водит водитель, деньги считает бухгалтер, розы подстригает садовник. Все люди, которые добиваются успеха в этой жизни, организаторы. Все люди, которые добиваются успеха в этой жизни, организаторы. У меня одна девчонка училась в Плехановском институте, она сказала, у нас был очень хороший преподаватель. Он сказал, у хорошего менеджера может отсутствовать любой ресурс, кроме временного, потому что он умеет все свои дела делать чужими руками. Я грамотно излагаю. Научиться проводить презентации чужими руками. Научиться... учить людей чужими руками, чтобы они сами... Ну, как это объяснить?
делать людей самостоятельно. Как это сделать? Это только один способ может быть. Только один способ. Самый сложный способ – доверять людям. Да, они наломают дров на первых порах, но они извлекут уроки, и эти ошибки уже будут повторять не будут. Как научиться в этом бизнесе не делать ошибок? Делая ошибки, научиться не делать ошибок. Но для этого надо доверять людям. Для этого надо, на самом деле, давать им возможность выйти на сцену, давать им возможность выйти к доске, давать им возможность проводить самостоятельные презентации. Причем, понимаете, в чем дело? Вот мне как-то раз рассказывали, как один человек готовился к своей первой жизни презентации. Он говорит, я целый месяц составлял конспект. Я две недели зубрил перед зеркалом. Я неделю мимику отрабатывал перед зеркалом. Я приготовил плакат. Я приготовил образцы продукции. Я приготовил кассету, видео, чтобы показать презентацию. Когда наступило время проводить презентацию, когда я пришел на свою презентацию, то первое, с чем я столкнулся, я забыл конспект дома. Второе, с чем я столкнулся, это когда я повернулся к плакату, который висел на стенке, он оказался повешенный кверх ногами. Третье, когда я полез его поправлять, туполой пиджака, я смахнулся банки на пол. Четвертое, когда я включил кассету, она оказалась перемотана на конец. Я позорился по полной программе. Я думал, что я больше никогда не выйду перед людьми. Но мы, но все, кто был на этой презентации, все подписались. Вот, ко мне подошел мой спонсор и сказал, слушай, ты можешь мне таких же еще две презентации на этой неделе провести? Я говорю, ни хрена не понял, говорит, не согласился, провел еще две презентации. Вот. Потом я научился выступать. Я научился никогда больше конспект дома не всплывать. У меня плакаты были всегда повешены как надо. У меня банки стояли как приклеены. У меня кассеты всегда были начало перемотаны. Но у меня, говорит, больше никогда не было такого количества подписаний, как стоимость моей первой жизни презентации. Только через полтора года я понял, почему, что-то случилось. Почему это? Потому что ко мне подошел один человек, который был на той презентации первой моей жизни, да, и сказал, знаешь, почему все подписались? Почему? Потому что мы все смотрели на тебя и думали, ну если даже у такого получается. Ребята, надо научиться пользоваться неумением новичков. Надо научиться пользоваться неумением новичков. Потому что все на них смотрят и думают, елки-палки, ну чем хуже, чем он, хуже, чем он, я уже точно не смогу. Надо доверять людям делать первые шаги. Потому что когда человек вышел первый раз, он может ломать дров. Но через месяц он уже от зубов отскакивает. Свободное владение материалом. Молодость – очень большой недостаток, но, к сожалению, быстро проходит. Если человек хочет учиться, если вы способны его научить, если вы можете ему подсказать, что ему надо почитать, где поискать информацию, если вы ему с ним поговорите, потом обсудите, что он понял с прочитанной информацией. Понимаете? Знания, они никогда не попадают. Вот Тамила всегда говорила, что в этом бизнесе надо сделать так, не чтобы мы тянулись к людям, надо сделать так, чтобы люди тянулись к нам. А это будет только в одном случае, если с нами будет интересно. Если будем много знать, много уметь. Если мы многого добьемся в этой жизни, мы с вами будем интересны для людей. Если будем много знать. Помните 50 книг, да? Чем больше вы знаете, тем больше вы становитесь непредсказуемым. Вот смотрите. Вот. Вот столько книг вы прочитали. Знаете, вот вы можете поступить вот так, а можете поступить вот так. Можете вот так, можете вот так. Вы становитесь непредсказуемым, вы становитесь интересным. Как можно больше читать, как можно больше учиться, как можно больше ошибаться. Как можно больше ошибаться. В Англии один раз решили посчитать, найти самого меткого снайпера в футболе. Нашли. Больше всех попал по воротам. Но когда начали считать, то выяснилось, что он
и промазал больше всех. Причем, понимаете, процент попаданий у него был очень низкий. Были люди, у которых был процент попаданий 100%. Понимаете? Они дожидались так, чтобы вот солнце в спину, ветер над самым, чтобы метр до ворот, и чтобы вратаря не было. Вот, понимаете, вот тогда он бил, и у него из одного удара один удар. 100% попадания. Понимаете, этот человек, который стал лучшим снайпером, он бил из любого положения. Стоя, лежа, в прыжке, в кувырке. Он бил из любого положения. Он больше всех в мире промахнулся, он и попал больше всех. Поэтому рекомендация такая. Хотите больше попаданий, увеличьте количество промахов. Я грамотно объясняю? Да. У нас еще время есть? Нет, у меня помашет рукой, что он закончился. И у меня этот таймер тоже. Обнулился уже. На пятницу мы совершенно свободны. Как определить, кто лидер? Интересно? Да. Меня очень часто спрашивают, Владимир, а где вы ищете лидеров? Я говорю, вы спрашиваете неправильно. Вы вообще-то сами поняли, что вы сейчас спросили? Потому что если вы не знаете, кто такой лидер, то как вы определите, что вот это он? Каким критерием определяете, что это лидер? Как вы его будете искать? Очень тяжело искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Пока вы сами не узнаете, кто такой лидер, пока вы сами не пройдете этот опыт, пока не приобретете этот опыт, надо понять одно. Лидерами не рождаются, лидерами становятся. Хотите, я вам расскажу просто, вот как люди становятся лидерами? Нас с нами как-то раз привезли в Питер, когда надо было выступать. Вот. А нам давали все время двухместный номер, двухкомнатный, потому что я громко сплю. Вон, в разных комнатах спали. И вот в 4 часа утра я вдруг проснулся, сна не в одном глазу, за окном еще темно. Томила спит. Что делать? Я взял эти бумаги и просто выплеснул свои мысли. А мысли такие. В то время как раз был очень активный такой вот билборд, в котором «Купи Samsung, стань лидером». Я говорю, ребята, вот что такое лидер вообще? Я не знаю, знаете вы разницу между лидером и менеджером? Разница колоссальная. Причем разница заложена в самом переводе этих слов. Лидер – это английское слово «лидер», «ведущий». Менеджер от французского слова manage, двор, дворовый, управляющий. И выясняется, что разница колоссальная. Лидер творит новое, менеджер управляет старым. Лидер следит за чертой горизонта, менеджер следит за итоговой чертой. Лидер не смирился со своим статусом. Менеджер гордится своим статусом. Один и тот же человек в одной и той же должности может быть разным. Может быть менеджером, может быть лидером. Вот я сейчас вам скажу просто их фразу. Определите, кто из них менеджер, а кто из них... Кстати, человек говорит, я целый директор завода. Другой человек говорит, я пока что директор завода. Я грамотно излагаю. Я целый бриллиантовый директор, даже на казе не подъедешь. А другой говорит, я пока еще бриллиантовый директор. Разница понятна? Между менеджером и лидером. Между человеком, который смирился со своим положением, и человеком, который недоволен своим положением, который хочет большего. Я понятно объясняю? Да. Лидеры растут, лидеры творят новые, лидеры создают что-то. Менеджер управляет уже созданным. Еще гордятся этим. И вот, я говорю, что ж такое лидер? И знаете, просто вот такая мысль побежала, что когда в государстве все нормально, то лидеры не нужны. Даже более того, они вредны. Почему? Потому что они имеют хамство иметь свое мнение.
умеет она зажигать других людей, умеет их с собой вести, иногда не совсем туда, куда нужно. Поэтому во всех государствах таких людей называют диссидентами и пытаются изолировать от общества. Когда в государстве все нормально. Но когда в государстве случается какой-то катаклизм, то жизнь сама выдвигает лидеров. Как это происходит? Случилось что-то, ну я не знаю, наводнение, цунами, пожар, землетрясение, дефолт, все замерли. И стараясь не поворачивать головы, начинают глазами искать, кто возьмет на себя ответственность за происходящее. И вдруг человек, который совершенно не собирался брать на себя никакую ответственность, больно стукнулся коленкой и сказал: «Ой!» Все сразу на него повернулись. Он смотрит на него, все смотрят. Он говорит: «Это типа, опа, давайте что-то делать». Он сразу: «Что?» То есть его уже назначили лидером, понимаете? У него даже не спрашивали. Он: «Давайте хотя бы подумаю, что можно сделать в этой ситуации». Все, ребят, он попал. Он лидер. Поэтому, на самом деле, если вы хотите понять, человек лидер он или не лидер, то поставьте его перед выбором, возьмет на себя ответственность за происходящее или нет. Step by step. Начиная с маленьких шажков. Что такое маленький шажок? Прочти 10 уроков на салфетках. Прочитал — уже лидер. Повышаете планку. 10 уроков на салфетках. Прочитал — уже лидер. Пригласи своих первых 5 человек. Привел — уже лидер. Проведи вебинар. Провел — уже лидер. Итак, шаг за шагом, шаг за шагом. Сначала лидер подъезда, потом лидер улицы, потом лидер квартала, потом лидер района, потом лидер города, потом лидер региона, потом лидер страны, потом лидер мира. Я грамотно излагаю. Шаг за шагом брать на себя ответственность за происходящее. Не кивать на других. Это не я, от меня ничего не зависит. Зависит. Много чего зависит. Сейчас будет методом погружения 3 дня занятия здесь. Вам дадут очень много информации. Но если вам дали образование, это не значит, что вы его получили. То, что вы заплатили в Женеву и в Цюрих на семинары, которые стоят 15 тысяч долларов, 50 тысяч евро, 150 тысяч евро. Трехдневный семинар. 150 тысяч евро. Хотите? Слабо? Так вот, он считал, что обучение было хорошее, если в результате полученной информации заработал денег больше, чем потратил на обучение. Я грамотно излагаю. Вы все должны отсюда вытащить информацию, чтобы заработать больше денег, чем стоил семинар. И вы должны поставить себе задачу учиться, учиться и учиться. Люди, которые много знают, всегда имеют преимущество перед теми людьми, которые ничего не знают. Люди, которые читают книги, всегда будут иметь преимущество перед людьми, которые смотрят телевизор. Я грамотно излагаю. Самосовершенствование, непрерывный рост. Потому что рынок все равно оценит. Он платит вам за ту ценность, которую вы им приносите. За вашу ценность, которую вы приносите на рынок. Повышайте свою ценность. За один и тот же час дворник и банкир получают разные деньги. Почему? Они оба работают по 8 часов, но дворник получает вот столько, а банкир получает сколько? Почему у них разные зарплаты? Разные ценности на рынок приносят. Повышайте свою ценность. Повышайте свои знания. Люди, которые обладают знаниями, всегда имеют преимущество перед теми людьми, которые... Да. Пьют пиво. Нет, ну пить пиво тоже нужно. Так, лидеры. Вы знаете, вот у меня просто как-то раз мы выступали перед итальянцами, а не перед греки. Понадобилось какое-то. Делегация у нас. Мы же в Греции тоже можем строить организацию, понимаете? И в Турции мы можем строить организацию. Из 62 стран, 48 странах мы имеем право строить организации.
Я никогда не ожидал, что у меня будет организация в Монголии, в Вьетнаме, в Молдавии, в Мексике. Никогда не ожидал. Куда придут знакомые ваших знакомых? Я не знаю, куда они придут. Пригласили нас греки. Задают вопрос. Как вы ищете лидера? Как определить, кто лидер, кто лидер? Я говорю, сейчас, без тебя. Чтобы найти лидеров, я приглашаю много людей. Много людей приглашаю. Я не всем рассказываю презентацию, я не всем рассказываю, в чем смысл этого бизнеса, куда деньги берутся, что надо делать, кто обязан помогать, чтобы в результате проделал работу. Даже более того, я тоже из них ставлю задачу. Задачу каждого из вас построить вашу организацию в 1000 человек, которым дать моими руками. Для того, чтобы это произошло, на следующую встречу проследить по расписанию, задача каждого из вас пригласить своих первых 5 человек. Все. Все, что от меня зависит, я сделал. Дальше я отхожу в сторону, посмотрю, что получится. Что же я вижу на следующую встречу? Вот этот человек, вот этот и вот этот начинают приглашать людей, начинается штатная работа. Встреча за встречей. Вот этот ко мне подошли и говорят, Володя, знаешь, 15 человек приглашал, никто не пришел. И начинается штатная работа, просто понимаешь, что человек не прошел тест. Он не умеет с людьми разговаривать, но сначала надо научиться с людьми разговаривать. А что ты им говорил? Ты помнишь, что я тебе говорил? Теперь ты готов прислушаться на рекомендации? А вот этот человек, вот этот и вот этот, не только никого не пригласили, ну и сами не пришли. Вопрос. Кто здесь кого сортировал? Владимир, как ты сортируешь людей? Кто здесь кого сортировал? Кто здесь лидеры? С кем здесь есть смысл работать? Не надо ничего придумывать, не надо ничего из пальца высасывать. Люди сами показывают, кто они. Своими поступками, своими результатами. С кем здесь есть смысл работать? Кто здесь лидер? Как вы думаете? Какие слова нужны еще? Вот у нас на Милы всегда в персоналке было от 50 до 70 тысяч баллов. Объясните, откуда они берутся? Объясните, откуда они берутся? Не 7,5. У нас таких ублюдочных групп нет, которые 7,5 тысяч делают. Ребята, ну поймите меня правильно, 7,5 тысяч это на грани. Знаете, 7,5, 6,5. Знаете, если вы поставите перед собой задачу сделать 30 тысяч, то у вас будет 25, 35. Идея понятна? Да. Вообще вопрос будет стоять о том, что у вас там это самое. Откуда берутся такие большие баллы? Объясняю. Я начал с ними работать. Они местами, своими поступками подписали свою характеристику. Они сами поступками подписали свой приговор. Буду я с ним работать или не буду. Причем это не значит, что я вот этих людей бросаю. Это значит, что я с ними буду еще звонить. Причем я не буду их упрекать. Я не буду их обвинять. Моя задача какая? Чтобы они в следующий раз пришли. Моя задача их опустить, размазать, унизить, обидеть. Или чтобы они на следующий раз пришли. Поэтому я знаю, я сам придумаю причину, почему они не пришли. Ну, наверное, у тебя что-то важное случилось. Наша встреча продолжается, то есть ждем тебя следующую встречу. Он опять приходит. Я ему опять позвоню. Это очень интересно. Разговаривал большое количество людей. Мы члены попадались на евреи. В каждом регионе есть еврейская община. Когда приезжает новый еврей, то ему приглашают на совет старейшин и задают вопрос, чем ты будешь заниматься, какой у тебя опыт работы есть, нужны ли, жаль помощи. Вот он один раз помогает, он ничего не получает, все теряет, ему второй раз помогает, он может потерять все, ему третий раз помогает, после этого больше не помогает. Я понятно объясняю? Нельзя людьми расспрашивать, их всего 6 миллиардов на Земле, понимаете? И вот смотрите, этот человек вышел на 9%, этот на 12%, это на 15%. Я умею дружить.
Но я умею расставаться. Я занимаюсь бизнесом, а не благотворительностью. И вот из этих вот растущих, вот из этих недоношенных, получается 70 тысяч персоналки. Я грамотно излагаю. Группа, у которой есть перспектива, всегда имеет большую персоналку. Из чего складываются эти 70 тысяч? А вот из этого 18%, 12%, и вот этого 15%, и этого 15%. Из их объемов получается 70 тысяч. Как вы думаете, вот от такой группы есть перспектива роста? Есть перспектива поехать, например, в Австралию? Или на Северный полюс? Потому что я думаю, одна из следующих поездок, не обязательно следующая, будет на Северный полюс. Куда нас столько Орифлейм не завозит? Потому что так тяжело быть исполнительным директором вообще. Столько перелетов, столько банкетов, столько кушать приходится. Очень тяжело. Если вас это пугает, то прям с самого начала лучше не делать ничего. Это очень тяжело. Банкеты, самолеты. Каждый раз новая страна, понимаете, надоели уже. Че это, Австралию не видел? В Японии не бывал, что ли? Нет, принудительно, за шиворот берут, говорят, ты должен поехать туда. Понимаете, ты слишком многим людям нужен, тебе надо отдохнуть, тебе надо прерваться, тебе берут, за шиворот вас принудительно отправляют за границу. Много таких фирм знаете? За счет компании. Вот это Орифлейм. Если кто не знает. Понятно? Как делаются новые результаты? Понятно, как делается большой персональный объем? Понятно, как бы зарабатываются большие деньги? Понятно. Спасибо. Ну хоть один человек понятно вообще. Сколько времени, кстати? 8. Как 8? Мне сказали, чтобы я в 5 закончил. Да ну вас нафиг вообще. А, ладно, последний блок даю, да? Ребята, вы знаете, вот честно говоря, я знаю, что здесь огромное количество людей не из моей организации, но я хочу поделиться, я хочу быть полезным. Вы знаете, вот просто я... Тамила у меня, да, спасибо огромное вам тоже, потому что она мне говорила, ребята, вот почему я стою здесь несколько часов на сцене? Мне что, больше делать нечего? Я люблю с детьми играть, я люблю книжки читать, я люблю фильмы смотреть, я люблю, вот я, например, грибы собирать, рыбу ловить. Почему я здесь несколько часов стою на сцене? Мне что, делать нечего? Без ваших аплодисментов жить не могу. Вот, наконец-то выпросил. Наконец-то выпросил. Почему я несколько часов стою на сцене? Почему я выворачиваюсь наизнанку? Почему я стараюсь быть, по-моему, самое, дать что-то новое, интересное, полезное? Я хочу, чтобы от меня польза была. Я хочу, чтобы от меня польза была. Потому что если хотя бы для одного человека в этом зале сегодня встреча будет полезная, значит, встреча уже была не напрасна. А вот сколько этих людей, которые получат пользу, сколько этих людей, которые отсюда возьмут максимум, больше, чем они заплатили? Я, понятно, в сравнении с Женевой? Да. Да? Много платить и еще больше брать. Много читать и еще больше делать. Много работать и зарабатывать еще больше. Не ищите, где меньше работать, ищите, где больше зарабатывать. В Орифлейме я вам показал, где заложены большие деньги. По-настоящему большие деньги. По-настоящему. И потом, понимаете, вот эта вот вещь, где тут? Помните? 5%, 2%, 0,5%. Я очень надеюсь, что Магнус в ближайшее время сделает так. 5, 2, 1,
0,25. Понимаете, о чем речь идет, да? Чтобы более гладко. Во всем мире уже так. 5,2,1. В России пока 5,2,0,5. Почему? Потому что было 4,1,0,5. Сейчас они увеличили 5,2,0,5. А там ниже уже не увеличили. Почему? Ну, это вопрос к Магнусу. Я думаю, что он скоро изменит. И вот эта вот вещь будет в два раза больше. Автоматически. И мы будем уже разговаривать не о 450 тысяч в каталог, а о 900 тысяч в каталог. В каталог. Ну, я просто надеюсь, просто смогу успешно провести вот эту вещь. Почему? Потому что, смотрите, ну, на самом деле, реально. Ребята, вообще, знаете, честно говоря, я могу вот так сказать, что вот у нас по нашей организации, вот эти вот 00625 больше, чем директорские золотой вместе взятые. Я грамотный золотой. Я просто хочу, чтобы здесь математика была ровная. 5, 2, 1, 0, 5, 0, 25, 0, 125. Ну, правда, от какой суммы все зависит. И поэтому, напоследок, я дам вам. Алгоритм построения 22% группы. 22% группы. Алгоритм. Знаете, дело в том, что когда люди вот что-то делают как бы интуитивно, это здорово. Но когда вы четко, сознательно работаете по алгоритму, четко понимаете, что вы делаете, что будет в результате проделанной работы, вот я вам сейчас хочу дать такую вот маленькую наработку. Договорились? Пригодится? Да. Не слышу? Да. Всем? Да. Нужно? Да. Точно? Да. Ну что-то все тише и тише. Устали, что ли? Нет. Я не устал, понимаете, здесь стоять, а вы сидеть устали, да? Нет. Нужно? Да. Точно? Да! Тогда поехали. Двадцатидвухпроцентная группа. Круто. 22% группа. Да, там где-то зарплата хорошая, уже директор, там уже премия. А насколько это реально? Как максимально быстро можно строить этот бизнес? Как долго надо работать, чтобы стать директором? Хотите ответ? Да. Вот смотрите. Когда я приглашаю людей в этот бизнес, я знаю свою задачу. Я должен провести для него как минимум 3 встречи. 3 встречи. Эти встречи должен провести я, потому что это мой бизнес, это моя организация, это мои деньги, мой товарооборот, поэтому эту работу должен делать я. Не надо кивать на зеркало, чтобы морда кивает. Вот, 3. Причем, вы знаете, как-то раз я прочитал одну фразу, которая вообще изменила вообще все мое понимание в этом бизнесе. Одна фраза всего. А звучала она так. Моя организация растет наилучшими темпами в стране за счет того, что я каждому человеку, который приглашаю в этот бизнес, сразу ставлю задачу. Как быстро сможешь пригласить в этот бизнес своих первых 3 человек? Как быстро ты сможешь пригласить в этот бизнес своих первых 3 человек? Как быстро ты сможешь пригласить в этот бизнес своих первых 3 человек? Как быстро ты сможешь пригласить в этот бизнес своих первых 3 человек? Интересно. Когда я работаю в Москве, то я работаю, как правило, с одной группой раз в неделю. Причем я не когда им будет удобно, а когда мне будет удобно. Я им говорю, значит, так, выбирай день, который мы закрепляем за тобой. Он говорит, ну вот я сейчас обзвоню своих знакомых, когда им будет удобно, я говорю, нет, не понял. Никогда им будет удобно, а когда мне будет удобно. Вот мне сейчас удобно понедельник или вторник. Он говорит, не, понедельник или вторник меня не устраивает. Я говорю, хорошо, пятница или суббота. Он говорит, Владимир, ну что ты дурака валяешь, у тебя еще все время свободное. Особенно, когда приезжают в другой город, да?
Он говорит, это ты так думаешь, что у меня все время свободно, потому что я знаю, что через неделю у меня в расписание палец ставить будет некуда. Поэтому давай выбираем сразу время, назначаем. Он по субботам. Я говорю, хорошо, утром или вечером? Выбор без выбора. Он не выбирает, приглашать и приглашать, он начинает выбирать, утром или вечером. Он говорит, вечером. Хорошо, говорю, по вечерам, по субботам, с тобой, твоей командой. Он еще контракт не подписал. Я ему говорю, с тобой и твоей командой будем проводить встречи. Когда я работаю на периферии, то я работаю, как правило, два раза в неделю. Не чаще. Почему? Информацию. Во-вторых,